Всем привет! Друзья, сегодня я приготовлю простой и легкий в приготовлении, сытный, свежий и очень вкусный салат, который называется баварский. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком салате, и обязательно ставьте лайки. Давайте начнем готовить! Для салата я использую куриное филе. Я его хорошенько помыла под холодной проточной водой и вытерла бумажным полотенцем от лишней влаги. Филе нарезаю на средние по размеру кубики. В сковородку я налила небольшое количество растительного масла. Масло у меня уже нагрелось. В сковородку выкладываю курицу и буду обжаривать ее до готовности. Филе у меня уже начало подрумяниваться. Слишком зажаривать курицу не стоит. Филе я немного посолю. Добавлю перец черный молотый. Выливаю соевый соус, все хорошо перемешаю, сковородку накрываю крышкой и филе прожарю под закрытой крышкой еще приблизительно 3 минуты. Курочка у меня готова, пока ее отставляю, нужно, чтобы она полностью остыла. А сейчас займемся приготовлением сухариков. Ржаной хлеб. Хлеб можете выбирать по своему вкусу. Его нарезаю на не слишком большие кубики. Нарезанный хлеб совсем немножко поливаю растительным маслом и все хорошо перемешиваю. Сухая сковородка у меня уже нагрелась. В сковородку я выкладываю подготовленный хлеб и буду обжаривать его, периодически помешивая, до того момента, пока хлебушек немножко подрумянится и станет хрустящим. Сухарики у меня уже подрумянились. Я их обжаривала приблизительно 5-7 минут. К сухарикам на мелкой терке натираю чеснок, все хорошо перемешаю, снимаю сухарики с огня и оставляю до полного остывания. Сыр также нарезаю кубиком. У помидоров удаляю семечки и нарезаю их кубиком. Сыр с помидорами я переложила в миску. Сюда же добавляю курицу, сухарики, крупно нарезанную свежую петрушку. Добавляю горчицу в зернах. Салатик можно еще немножко посолить. Добавляю перец черный молотый. Салат заправляю сметаной и все хорошо перемешиваю. Салат баварский готов. Вот такой чудесный, сытный, простой в приготовлении и очень вкусный получился салатик. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления салата и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!